Всем привет. Мы сегодня спали вот в коридоре. Возьми пакет, иди туда. У нас ночью обстрелы были, сейчас снова тоже обстрелы. Все время обстрелы. У нас еще нет света. Но есть у свекрови, поэтому Антон у нее зарядит все и наберет еще воды. И сегодня у нас комендантский час. 4 часа дня начинается. Высокие сегодня обстреливали, сегодня писачин обстреливали, сегодня писачине попали в дом. Сейчас, если получится загрузить, покажу. Попали в дом, и 2 этажа загорелось. Дети спали вот вместе со мной здесь на полу. Но грады были слышны сейчас, и ночью. Ужас, короче. С нами здесь, да? Лёва здесь с нами. Лежит Лёвочка. Кто-то Лёву выбрала. Нет, просто. Лёвик. Спокойно с нами, да, Лёвочка? Угу. Почему мы сейчас не в подвале, а в квартире? Потому что мы пришли покушать, помыться. Сейчас у нас затишье, тишина, перестали грады стрелять, автоматы перестали... Вообще сейчас стрелять начина. Поэтому вот трапезничаем. Картошечка жареная. Приятного нам аппетита. Держимся. Собрала детям игрушки. Я сейчас понесу витамины. Снеки какие-то. Света у нас все еще нет. Уже, наверное, 4 дня мы без света. Домой сейчас. Мясо буду жарить. Боже, как я соскучилась по нашей квартире. Мы сидим у свекра, у него более низкий этаж, если что, выбегать быстрее с дома, если там, не дай бог что, с дома быстрее выбегать, чем отсюда, с нашего высокого этажа. Сейчас я присяду на пол. Вот, и сейчас у него там, у свекра, я не знаю, как у меня сели уже часы, я не знаю, какой сегодня день, какое число. Пришла я за... Да, все, в холодильнике же не работает, света у нас нет. Мне спрашивают, как я заряжаю телефон. У нас у свекрови квартира через улицу. И у нее есть свет. И муж туда каждый день ходит, заряжает пауэрбанки, заряжает телефоны. Туда мы перейти не можем, потому что у нее последний этаж, очень высокий дом. И это очень опасно, потому что в основном шестнарики, 12-этажки попадают ракеты. Поэтому там опасно у нее на последнем этаже. У нее последний этаж. Поэтому мы сидим у свекра. На нижнем этаже, вот, но света нет, но он все равно ходит, Антон туда заряжает все наши гаджеты. Вот, что еще, я пришла сюда забрать мясо, которое хранится на балконе, и пожарить, пришла за молоточком отбить кусочки этого мяса, чтобы, короче, специи, я вообще уже ничего не соображала, мне просто все дни смешались, И это ужас. Постоянно ночью сегодня, я не знаю, говорила или не говорила, над нашим домом летали бомбардировщики. 6 ракет сбросили на танковое училище, вот это где кадетский, по-моему, корпус или что-то такое там. В общем, на Холодной горе вот это класс тоже, супермаркет пострадал, потом на аварии тоже. И военный госпиталь еще тоже пострадал. Я уже не захожу в новости, не знаю, что там происходит, потому что у меня уже, если честно, нет сил вообще ни на что, и голова болит, и сил нет, и руки постоянно трусятся. Вот такие вот дела. В общем, еще надо как-то голову помыть, но уже неделю не купались. Боишься, начинают обстреливать, сразу бежишь в укрытие. В общем, такие дела. Пока держимся на связи. Основное, почему не уехали? Все спрашивают, если все уезжают, почему вы не уехали?
опасно сейчас уезжать. У нас нет зеленого коридора. Нам не делают зеленый коридор. Не дают зеленый коридор. У нас расстреливают машину. У нас на Героев труда расстреляли машину. У нас упал снаряд, осколки в машину загорелось. Двое детей сгорело. У нас опасно выезжать вообще куда-то в город на машине, потому что машины обстреливают. И очень мы далеко живем от вокзала. Очень далеко живем. Нам на машине ехать, ну, долго, около часа, наверное, по сегодняшней ситуации. И я боюсь брать детей. Мужа не выпустят, папы не выпустят. Я боюсь одна ехать с детьми через весь город на вокзал, и потом в этой давке. Вообще, видишь, что в этих поездах происходит? Туда невозможно просто даже попасть элементарно. Там такая давка, там такое вообще творится, там... Там жесть, там просто затопчут тебе и не заметят, и глазом не моргнут. А я с двумя детьми, еще и с вещами, ну куда? На машине опасно выезжать, потому что машины и в городе расстреливают за городом, и вообще где-нибудь там сейчас автоматы всем пораздавали, и в Киеве, и под Киевом, и я не знаю. Короче, в лесах где-нибудь ограбить машину могут, и напасть, и расстрелять, и подорвать, все, что хочешь. Поэтому мы никуда не выезжаем. Вот если будет зеленый коридор, возможно, мы тогда уедем. Пока зеленого коридора нет, опасно куда-то дергаться. Все, ладно, много наговорила. Кушают. Клубнику замороженную. Спасаем холодильник. Да? Я люблю клубнику. Кушай, мое солнышко. Макароны с сыром, клубнику. Я тут принесла в холодильнике замороженное мойва. Это такая рыба. Это Тимур любит эту рыбу. Холодильник не работает. Спускаем морозилку. В морозилке была замороженная мойва. Там еще. А, да, это молоко тебе принесла, тоже ты не будешь. Так, Лёва уже учуял рыбу, да, Лёва? Ага. Я тебе не разрешаю свою рыбу. Не разрешаешь? Вы давайте кушайте, пока тихо, пока не стреляют. И туда прятаться. Мама. А. Если я ему отдавну свою рыбу, он будет чувствовать, как будто он хочет писить. Это что-то новенькое. Да и да, что ты их макароны заедаешь клубникой? Боишься, что тебе не достанется? Не волнуйся, Тимур все не съест. Маленькие, они большие. Хорошо, кушайте. Я буду заниматься рыбой. И суп надо вам еще сварить. В общем, так, у нас тут окно заложено книгами. Да, дети? Хорошо, что в холодильнике была замороженная рыба. Сейчас, конечно, днем с огнем не сыщешь. Вот так. Пахнет мойва. Вы не понимаете. Нам сейчас тут завидуют, наверное, все соседи. Вот это находка у меня в морозилке. Оборудовали комнату в коридоре. Антон, папа перенесли туда диван. И теперь тут в коридоре дети. Всем привет. Выхожу на связь. У нас все нормально. Мы живы и здоровы. Нету света уже сколько? 4 дня точно. Какой сегодня день, я не знаю вообще. Плюс со вчерашнего дня у нас еще нету отопления, то есть горячей воды нет, отопления нет, света нет. Ночью летали бомбардировщики прям над домом, было очень слышно, как они пролетали. И я так понимаю, они летали на Холодную гору, бомбили танковое училище, кадетский корпус, склады с боеприпасами. Сегодня вот утром тоже. Что там, господи, здание СБУ, по-моему, короче, я уже, если честно, даже не хочу читать новости, каждый раз куда-то прилетает, что-то горит, где-то есть пострадавшие. Ну, сейчас было очень громко, тряслись так стены, стекла, мы сидим в коридоре, вот капец, очень сильно прям. Я только собралась мясо пожарить. Прилетела с кухни сюда к детям. Наш дом обстреляли. Мама, надо выезжать. Наш дом обстреляли. Что
что возле нашего подъезда побиты все стекла. Вот мы вышли. Ай, капец просто. Вот что случилось с нашим домом.